Всем привет! Меня зовут Мария Александрова, я свадебный фотограф. Сегодня мы поговорим о 10 типичных ошибках невест при выборе свадебного платья. Итак, ошибка номер один – это оставлять выбор своего свадебного платья на последние дни. На самом деле, как бы ни казалось, что это просто пришел, померил, выбрал и купил, это далеко не так. Если у вас свадьба летом, намного спокойнее выбрать свое платье зимой, когда нет очередей, в салонах практически никого нет, а также есть распродажи. Ошибка номер два – это идти на примерку совершенно одной. Нужно отдалиться от правила, что вы лучше других знаете, что идет именно вам. На самом деле свадебное платье нужно посмотреть с разных сторон, и в этом вам поможет ваша мама или лучшая подруга. Поэтому не забудьте взять на примерку их. Ошибка номер три – это идти на примерку на голодный желудок. Как бы это смешно ни звучало, но при голоде наш мозг не только виснет и ничего не соображает, но и также не получает должного количества глюкозы. А когда мы не получаем должного количества глюкозы, наши нервные клетки разрушаются. Именно поэтому мы становимся такими психованными и нервными. Поэтому, чтобы не добиться такого результата на примерке, что вам ничего не понравится, лучше хорошо подкрепитесь. Ошибка номер 4. Не прислушиваться к советам консультантов, которые работают в салоне. Да, действительно, их главная цель – продать вам это платье. Но никто не заставляет вас его приобретать. Вы можете выслушать их советы, послушать, что же скажут они именно вам, что подойдет вашей фигуре и так далее. Ошибка номер 5. Идти на примерку, не зная своего реального размера. Мы привыкли ходить в магазин и покупать размер одежды 40, 42, М, L, но на самом деле этого недостаточно, чтобы примерить платье. Поэтому перед тем, как идти на примерку, попросите маму или лучшую подругу снять с вас мерки. Запишите их в телефон, чтобы они всегда были под рукой. Ошибка номер 6 – это бросаться на распродажи. Иногда бывает так, что салоны устраивают распродажи свадебных платьев. Но не всегда это бывает хорошо. Приглядитесь внимательно к модели, которая на распродаже. Возможно, на ней есть какие-то дефекты из-за примерок, поэтому взвесьте все за и против, стоит ли брать платье по распродаже. Ошибка номер 7 – это выбирать платье и оплачивать его, ни разу в нем не присев и не походив по салону. Когда вы примеряете платье и стоите в нем, оно может быть казаться удобным, красивым и вообще замечательным и самым лучшим. Но попробуйте в нем походить по залу, присесть и сделать пару реверансов. Все-таки вам в нем нужно будет еще и танцевать. Ошибка номер 8 – это покупать фату отдельно от платья. Казалось бы, такая мелочь фата, но ее лучше приобрести вместе с платьем, если вы планируете ее покупать. Некоторые невесты покупают фату в отдельном магазине, подбирают ее якобы тон в тон, а потом оказывается, что на фотографиях фата выглядит совершенно другого оттенка и на видео тоже. Ошибка номер 9 – это покупать платье, заведомо зная, что оно вам гнет. Все мы женщины, все мы мечтаем похудеть к какому-то событию, а особенно к свадьбе. Не нужно думать о том, что вы обязательно похудеете. Берите платье, которое впору вам сейчас. А если вы похудеете на пару сантиметров, то ателье ушьет ваше платье даже за неделю до бракосочетания. И последняя, 10-я ошибка – это торопиться с покупкой платья. Она противоположна нашей первой ошибке. Не нужно никуда торопиться и не нужно покупать все в последний момент. Также сюда же относится ошибка – это внесение предоплаты салону за ваше платье. Вы можете померить какое-то платье, и вам скажут, что его уже кто-то мерил, и если вы хотите его забрать или подумать насчет него, то просто оставьте предоплату, и оно останется за вами. Не нужно этого делать, если вы не уверены в этом платье. Итак, выбирайте платье, находясь в хорошем настроении, в хорошей компании, обязательно покушайте перед примеркой и покупайте то платье, которое запало вам в душу. Имейте в виду, что вы можете померить много платьев, но идеальным окажется одно, особенное, именно его вы должны купить. С вами была свадебный фотограф Мария Александрова. Удачи вам в выборе вашего лучшего свадебного платья. Пока-пока и помните, улыбка вам к лицу.